Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой. Печальную новость сообщил сам лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграм-аккаунте. Одна из самых любимых и красивых российских звездных пар объявила о расставании. 45-летний Сергей и 31-летняя Матильда Шнуровы приняли решение развестись. Официальное заявление появилось в соцсетях знаменитостей. С большим уважением, но любовью и благодарностью друг другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Также экс-возлюбленные попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не нарушать их личное пространство. Напомним, что Сергей и Матильда познакомились благодаря общей знакомой в 2006 году. Они сыграли свадьбу в 2010 году.